Тем временем в руководстве вооруженных сил КНДР произошли перестановки. Сегодня стало известно, что начальником генерального штаба стал 75-летний Ким Гёк Сик. Он уже занимал эту должность с 2007 по 2009 год, а в 2010 он руководил артиллерийским обстрелом южнокорейского острова Йенпхендо. Таков был ответ Пхеньяна на военные учения Республики Корея. Тогда было выпущено не менее 200 снарядов, убиты 2 человека. В прошлом году его назначили министром обороны КНДР. Отмечу, что лидер страны Ким Чен Ын уже третий раз меняет начальника генерального штаба.